Что можно сделать из втулок от туалетной бумаги? Сейчас покажу. Не выбрасывайте вот такие втулки от туалетной бумаги. Сейчас покажу, что из них можно сделать. Складываем втулку пополам и нарезаем из нее вот такие колечки шириной примерно по 1 сантиметру. Затем начинаем их собирать вот по такому принципу. На верхнее колечко одеваем 5 штук в ширину и потом соединяем их внахлёст. Так они все между собой будут очень хорошо держаться. А последнее колечко просто продеваем внутри. Все, получается вот такой вот симпатичный квадратик, который можно использовать как подставку под горячие напитки.